чувствую неполадки. Эта игра зашла слишком далеко. Сейчас я прерву ее вещание. Не обольщайся, гибель жрецов не спасет землю. Мой народ выживет. Я отвечу на людские молитвы и вознагражу верных мне. Этот корабль построен дворцами. Она знает его системы. Последний жрец отправится в более надежное убежище. И мы продолжим работу безо всяких досадных помех. Местонахождение третьего жреца не определяется. Демоническая активность в точке вторжения повысилась на 41,3%. Это крупнейшее кровавое гнездо на Земле. Теперь я наведу портал на кровавое супергнездо. Спокойствие. Обстановка только кажется тревожной. У нас все под контролем. Кровавое супергнездо находится рядом. Это место, где началось вторжение. Старейший оплот зла на этой планете. Силы комитета не смогли отразить атаку демонов. Thank you.
будет неожиданно.
Чтобы добраться до сердца, нужны еще два ключа. Ищите. Иногда эволюцию нужно немного подтолкнуть. Мы в корпорации делаем для этого все возможное. Сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Гнездо можно уничтожить, включив генератор.
Успокойтесь. Когда ваша душа будет поглощена, страх покинет вас. Теперь у вас есть доступ в центральный зал. Консервации. Он будет запущен на полную мощность при ручной подаче команд с двух терминалов. Открываю первый за дверью слева. Снабжение наполовину восстановлено. Теперь вам необходимо активировать второй терминал, чтобы уничтожить гнездо. Я пока не могу открыть дверь, за которой второй терминал. Поищите обходной путь.
спрашивайте, что мы можем сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для нас.
Давайте кровь сегодня, чтобы лучше жить завтра. Обзаведитесь новыми друзьями, воспарите к новым высотам. Вступайте в официальный комитет по встрече альтернативно живых.
Магический барьер открыт. Этот вентиляционный люк приведет вас прямиком к терминалу. Перезагрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Генератор перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. Внимание! Основной генератор перегружен. Повторяю, основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Начат процесс самоликвидации комплекса. Сохраните работу и проследуйте к ближайшему выходу.